А в каком ведре шашлык? В обоих. Ага. Так. А не много ли два ведра? Так это ж, дети ж приедут. А, ага, да? Ага. А где майонез? Там смотри. А, майочка, майовочка. А, о, нашла. Вась, ну ты издеваешься, что ли, надо мной, а? Чего это издеваешься-то? Я ж тебя просила купить низкокалорийный. Я ж на диете. Так что мне теперь его? Выбрасывать, что ли? Ну, Вась, ладно, потерплю. Потерпи как-нибудь. Вась, только... Вась, мне кажется, я холодец забыла. Ты вообще думаешь своей головой? Что это за маёвка без холодца-то? Все, спасибо тебе за праздник. Собирай шмотки, поехали домой. Все. Сейчас я посмотрю. Сейчас. Все моё. А нет. Да как же это? Ой, нашла. Чё ты? Вась, нашла. Боже, ты такой умный у меня. Так ты хорошо придумал еду в ведрах набрать. Ну так. А это что за ведро? А это такое ведро, всем ведрам ведро. Это самогончик под шашлычок. А немного ли тебе будет? Так он же это, низкокалорийный. Всего 39 градусов. Ага. Как ты любишь, лайт. Ну так что, может, за 1 мая тяпнем по маленькой? Ну давай, между нами тает жир. А? Ты что издеваешься, что ли, надо мной, а? Чего это? Ты что забыл? Что? Я же на диете, мне же нельзя. Если бы я забыл, я бы взял два ведра.